Юлия, а вот аштанга-йога, да? Это вот такое направление, я просто не в курсе. Я в курсе, что есть разные направления йоги, их очень много. Чем аштанга-йога вот выделяется от других направлений или из других направлений? Что в ней особенного? Ну, во-первых, вся йога, она произошла от одного, от хатхи-йоги. От нее много направлений. То есть есть и авторские в данный, ну, в настоящее время. А аштанга-йога, у нее корни идут, ну, издревле уже, скажем так. Угу. Вот. Отличие, самое главное, это динамичная очень йога и силовая. И из разных источников... Раньше начиналась эта йога в городе Майсур в Индии и практиковалась во дворце Махараджа, и использовалась она для охраны Махараджа, то есть это были воины Махараджа. А, это сравнимо с тренировкой? Да, ага. В какой-то степени, потому что физически это очень сильно укрепляло. Также это, так как это все-таки йога с использованием определенного дыхания, с определенными концентрациями, то развитие и физического, и духовного. То есть у воинов развивалась стойкость и физические данные. То есть, ну, изначально, да, это для воинов предназначалось. Вот. В дальнейшем сам Махараджа был очень нездоров, вот. И учитель Кришнамачарья, который начал это все дело в Майсоре, вот, он поправил здоровье благодаря этой практике Махараджа, и Махараджа привлек к этому членов своей семьи, но женщины туда не допускались. Вот. Это позже произошло? Это произошло позже, да. Mm-hmm. И в современном виде отличие аштанга-йоги – это от того, что от всей остальной йоги – это определенная последовательность асан. То есть мы не можем делать что-то, то, что нам взбрело в голову. Сегодня мы потянули руку, завтра мы потянули ногу. Тут есть определенная последовательность. Разучивается оно, ну, как танец. То есть из одной асаны автоматически выходит другая последовательность, очень логическая. Угу. То есть для того, чтобы не нанести травму, чтобы очень гармонично развивалось в первую очередь тело. Угу. Используется определенный вид дыхания на протяжении всей практики и направление взгляда. То есть благодаря направлению взгляда мы можем сконцентрироваться. Сейчас, потому что очень много говорят о медитации, и никто не знает, что это в принципе такое, по большому счету. Но сели, подышали. Вот. А здесь происходит самая настоящая медитация, но в дыхании и в движении одновременно. То есть мы концентрируемся только на себе, на своем дыхании. Мы слышим себя, мы чувствуем себя. Мы находимся в настоящем моменте, ну, что является в принципе медитацией. Ну вот я, насколько знаю, у вас дочь Александра, она... Можете меня поправить, она сертифицированный учитель, да? Она авторизованный. Авторизованный учитель, да. И очень такой известный, потому что даже когда она приезжает в Азов, очень многие люди хотят просто с ней встретиться. Кто первый все-таки начал заниматься аштангой, вы или она? То есть кто чей последователь? Я ее последователь. Ага, мама пошла по стопам дочери. Да, она начала заниматься, она пробовала себя. Угу. Причем не в фитнесе, не где-то, она пробовала себя сразу же в йоге. И однажды, когда она приехала к нам сюда в гости, она посмотрела и мне сказала: «Мама, ну ты вообще что с тобой? Тебе надо заняться йогой». Для меня это было вообще... Какая йога? Вообще что это? Угу. И на тот момент у нас работал в Азове только спортхаус, еще не было. И йоги там еще вообще не было никакой. Но нам ее пообещали. Угу. И первая встреча с йогой у меня состоялась вот в спортхаусе. Ну, это была йога-фитнес-формат, она меня очень зацепила. Ну, первые шаги были там сделаны. А потом уже пошла дочь в ход. А потом, да, потом уже пошла дочь. Угу. Там. И я была ее первым учеником вообще. Вот как. Да. На маме все испробовано. На маме было все испробовано, да.
Юлия, скажите, вот аштанга-йога, она подразумевает какие-то ограничения в питании? Или в принципе допустимо все? В принципе допустимо все. Но, во-первых, не только аштанга-йога, но и любая йога. Основной принцип – это ахимса, не насилие. Мы не можем себя заставить. Человек может прийти к изменениям в питании, но это должно случиться по его собственной воле. То есть тогда, когда он будет готов. Ну, кушаете вы мясо? Ну, кушайте. Когда-нибудь вы не захотите его кушать, если вы будете заниматься. Просто потому, что в первую очередь вам станет тяжело физически заниматься. И потихоньку, когда мы занимаемся все время, регулярно, как это положено в традиции, 6 дней в неделю, всего с одним выходным, тело само начинает понимать, что ему надо. На данный момент у вас сколько учеников? Нет, я не считала. Ну, немного, ну, скажем, человек 10. О, ну, это, ну, хорошо так. И вы регулярно, я просто слежу за вашим инстаграмом и смотрю там 5 утра, 6 утра. Вот такое время, это с чем-то связано, вот именно настолько раннее? Ну, во-первых, люди успевают позаниматься перед работой. Те, кто не может позаниматься вечером. А в принципе, занятия на рассвете йогой, ну это даже из древних текстов идет. То есть раскачать свою энергию с утра, зарядиться, получить все, что мы можем от окружающего пространства и от себя лично. Мы позанимались, получили заряд бодрости, и мы идем в новый день абсолютно уже стабилизированным. То есть психика в порядке и физическое состояние. Я вот насчет физического состояния. Я дело в том, что снимал у вас ролик как-то раз, и это тоже было раннее утро. И мне настолько было стыдно, потому что вы принимаете такие асаны, да, это называется? Вот. И у вас все бесшумно проходит. И вот я, значит, с камерой приседаю. И на весь зал хруст костей. Я думаю, я же только присел. Они сворачиваются, сгибаются, ногу сюда закинули. Бесшумно абсолютно все. Это вот все-таки йога так к этому располагает? Конечно. Потому что вначале все приходят. Не то, что хрустят, до пола дотронуться руками большинство просто не может. Но колени не выпрямляются. Ну, обычный человек пришел с набором своих заболеваний, с набором своих каких-то ограничений. Постепенно, но опять же, при регулярном посещении, при регулярных занятиях, тело приходит в норму, потому что то, что мы занимаемся, вот особенно в самом начале, первая серия, потому что в аштанге существует 6, первая серия – это йога-чикитса, это йога-терапия. Серия – это уровень, да, или вот именно серия называется? Ну, называется именно серия, да. Вот, нету уровней в принципе никаких. То есть одна и та же асана, то есть одно и то же положение тела у разных людей может выглядеть совершенно по-разному. Это не есть неправильно, не неправильно. Это такие, какие мы есть. Но если мы дышим свободно в этом положении, значит, у нас все состоялось.